Всем привет! Давненько я уже не снимал влоги. Сейчас мы с Надей едем в парк Галицкого, и я решил взять с собой вас. Я понимаю, что, наверное, активности уже будет не очень много. Но, в принципе, у меня до ее много и не было. Но сделать что-то приятное для тех подписчиков, которые еще остались, почему бы нет? В общем, едем в парк Галицкого. Дорога, конечно, предстоит нам дальняя, 8 километров, ну ладно, это не сильно дальняя дорога, но все равно. Завтра поеду менять выхлопную трубу, так что это будет отдельный ролик на канале Автолюбитель23. Это вход в японский сад. Правда, его еще не доделали. Там же закрыто все. Но вот он со стороны Владислава Посадского. Какие гигантские горшки. Деревья так аккуратно пострижены. Прикольные зоны. Там можно посидеть. Там, кстати, тенек, деревья. Мы тут с Надей еще не ходили. Мы обычно приезжали со стороны Восточно-Кругляковской, там немножко прогулялись и все. Тут мы еще, ну вот тут мы были, так, да, знаете. Думаешь, не было? Да, последний раз мы тут фиг знает когда были. О, какие деревья прикольные. Ну, кстати, типа как дорожка водяная. Если кто знает, что это за деревья, напишите в комментариях, если вообще кто-то напишет что-то. Просто интересно, я еще таких не видел. Прикольное место, тут можно от жары спрятаться. Вообще прохладненько так. А вот стадион. Я там ни разу не был. Так, наверное, лучше подойти сюда, потому что я не знаю, как это называется, но выглядит это очень впечатляюще. Это абстракта. Ну вот кому надо, поставить на паузу и почитает. Это выглядит очень впечатляюще. Причем не только вот это вот круглые в кругу колонны, но еще и дальше там они идут. Вот это место, где летний кинотеатр. Вон там люди сидят. Тут туалеты есть. И даже что-то продают. Ну, если вдруг захочется есть. Тут, кстати, тоже денек. Сегодня погода отличная вообще. Не так жарко, ну прям идешь, и ветерок обдувает, кайфово вообще. Да, все-таки парк Галицкого это интересно. Интересно, и спасибо Сергею за то, что он сделал такой прекрасный парк. Каждый раз тут появляется что-то новое, какие-то интересные композиции. Какие-то цветочки красивые, тоже неизвестно, как они называются. Может, где-то здесь есть табличка с надписью, но цветы эффектные, конечно. Ну, конечно же, тут купается в фонтане, куда же без этого. Пока там Надя фотографируется, я могу посидеть отдохнуть. Ну, люди, конечно, дикари.
большей степени. Ужас. Но тут мы уже были. Вот эти цветочки пахнут. Это все, что я могу про них сказать. Потому что, да, я не знаю, как они называются, но похожи реально на колокольчики. Но пахнут прям сладко-сладко. Сейчас идем в зеркальный лабиринт. Смотрим, мы там не были. Ну, вернее, были, когда он еще был закрыт. Пойдем вот здесь. Ну, тут тоже рыбки. Зелень прям вообще. Петрушка какая-то. Слышь, уже бы тут прошли, а потом потом. Вот мы обошли уже эти колонны. Теперь с другой стороны находимся. Я, конечно, все понимаю. Хочется красивые фотки сделать, но здесь ведь газон. Мне кажется, по газону ходить нельзя. Пришли к летнему кинотеатру. Только уже сверху смотрим на него. Вот там люди сидят. А там экран. Ну и все, на этом наша прогулка завершается. В общем, всем спасибо за просмотр. А может, я еще что-то буду снимать? Да. Ну что, понравилось? Спасибо, все свободно. Понравилось в парке? Да, тут сейчас по-другому стало. Нет велосипедистов.